силам, брат. Ахмат отвечает. Ахмат отвечает. Да, согласен. Давай два будет. Короче. Что два будет? Ты не дырявый, ты целый фэнтези. Не ври. Короче, я из Киева еще везу чайную ложку Ахмат, чая который. Господи, это лучшая ложка во всем мире. Вы ко всем русским плохо относитесь? Нет, только к тем, которые несут хуйню, то есть к большинству. Слава русскому народу в составе Украины. Только в составе Украины. Только. Курить вредно. Согласна. Возможно. Нет, спать мы не хотим. Я буду в эфире еще долго. Потому что сегодня конец рейтинга, а я должна закончить. Ахмат, чай не сила. В смысле? Марк, который Игорь, ты странный? Ну, хотя ладно, Марк, который Игорь, уже звучит странно. Угу. Вы спать не хотите? Нет, слава Украине. Героям слава. Аня, привет. Привет. Привет из Мухостранска передают. С России, что ли? Судя по всему. Люди разные. Да, разные. Очень разные все. Играют во что-то. Молодцы, девчата. Так, дякую ему. Нет. Никогда в жизни. Это вредно. Вы что? Вы так... Нет, сейчас не в Харькове. Да, она курит. Не курит она. То, что ты так думаешь. Где пруфа? Вот именно. Катя, а вот Настя зовут. Привет, Настя. Я домогаюсь Дашу. В соседней комнате. Да нет. Она не играет во что-то. Угу. Она не курит. Молодец, Даня. Все хорошо у вас, как дела, ребята? Что делаете? Девятникова. У Артура день рождения через 2 часа. Да. Я ему напишу символически. Скажи на ухо. Выходи на эфир. А я где? Россия хуйня. А если думаете, что она курит, то профаните, пожалуйста. Молодец, да. Даня. Даня лучше, реально, Даня хорош. Ну и фэнтези тоже. Да. И Сережа. Сережа. Сережа еще с нами вообще? Сейчас подушку возьму. Может, Сережа нас уже бросил? Маша там плачет, наверное, без Сережи. Привет, Пупсик, привет. Ой, Сережа, молодец. Артур Чайфович, Ницший, Маша. А как же Ростик? Маша много мужчин. Слава Украине. Гарам слава. Россия хуйня, это правда. Согласна. Какие девочки? Угу. Я люблю Дашу. А я Катю. Молодец. Хоть что-то в этой жизни хорошо. Пусть кто-то меня любит. Так приятно. Какие девочки? А, да, это уже... правда. И наступаю на одни и те же грабли. Что вы еще нам расскажете? Интересненького. Тоже люблю Дашу. Я больше. Можно вам задать питание? Давай. Валяй. Задавайте вопросики. Ребятки, пожалуйста. Да. Думаю, так втыкаем немножечко, как там. Слава Украине, героям слава. Героям слава. Вот кто красавец. Харьков, Киев. Почему тебя никто не любит? А как же мама? Да, сестры твои? Нет, мои не сестры. Мы... Собака пошел, тебе повезло. Как дела? Все хорошо. Сережа вернулся. Я вас и качашка Грудев. Хочу вам сделать подарок. Вот, белье нам выбирают. Не надо. О, привет, Стас. Он вчера был. Спасибо, Даня. Ну ты придешь, нас это, отстоишь, пожалуйста. Что такие злые? Мы злые? Мы добрые. Злые? Даня молодец, он опять говорит, что мы не злые. Это хорошо. Да.
Да, это правда. Вы любили? Даша, ты любила когда-то? Я Дашу полюбила с первого взгляда. Я только ее увидела тогда в центре. Я сразу поняла, что я ее люблю. Я тебя еще раньше увидела. Я тебя увидела в центре 1 июля. Вы красивая. Июня. Спасибо. Зу. Наикраще. Вика и Диана спасибо за любят. Как Настя. Это не любят? Настя, ты заблуждаешься. Они тебя очень любят. Они просто это скрывают глубоко в душе. Мы против России, да. Конечно, мы против России, ребятки. Как мы познакомились? Это очень длинная история, которую вам не стоит знать. Да. Но я Даша. У меня палец выгибается. У меня вот так. Хочется нам этот оторвать. Спасибо за розочки. Как это? Ну как это? Почему они тебя не любят? С чего ты это взяла? Посмотрите. Ты знаешь, что типа вот, ну вот типа вот, чем больше у человека выгибаются вот так вот пальцы, тем он хитрее. Даша. Дашка. Даша, ты никому это не, по-моему, не показывай. А как они у тебя вот так вот? Ну типа я их могу так дотянуть, но я так... Даша, по-моему, ты из нас бальными танцами занималась, да? Справа, классно. ЗСУ, мадам, за вас. О, да, спасибо большое. ЗСУ. Даш, там 400 монет. Блин, моя цель куда-то делась. Ребята, 400 монет, и нас перегонят. Даша, мне уже так домой надо, что же пристанет? Сейчас, подожди. Я себя поставлю какую-то новую цель. Вон твой котенок. Да, у меня вчера был котенок. Был? Да, мне два котенка прислали. Прикольно. Да, да, да. Ты единорога ставила в прошлый раз? Двадцать штук космоса не хотела? Ладно, пусть твой. У меня якоридная рука. Маленькие. Что, подожди, что там сверху пишет? Ладно, теперь точно пришла. А она мне вчера не давала личи выгулять. Он обоссался? Да. Да? Да. Куда? Куда? Перед дверью прямо. Он там сидел. Он тебя ждал. Да, он меня ждал. Это все из-за тебя. Сидел в тыкале, отписался. Он сегодня еще раз отписался случайно. Когда увидишься с Юлей? Когда ты увидишься с Юлей? Не знаю. Блин, он сидел, тебя ждал, и писался возле двери. Ну, бабушка это не увидела, потому что бабушка лежала. Ну, типа, ну что-то ходит себе Ричи. Ну, всегда куда-то ходит, что-то делает, брудит. Ой, бедный Ричик, боже. Даша меня заставила сидеть с ней, у меня там собака описалась. Так он возле двери втыкала и описался. Я сегодня ушла. Грэм слава. Дай хоть один раз, я ей много раз давала. Ты из школы Бойко? Ты из Нет. школы Бойко? Короче, он сегодня так ждал бабушку, и он, ну, он чаще всего прыгает на бабушку, а тут он так испугался то, что нету ключа, а бабушка в двери тарабанит. Она только подходит, а он уписывается прямо у нее на руках. Она его быстро схватила, быстро, короче, все там помыла, быстро его взяла, а он к ней не шел. Потому что боялся, что он уписится. Она его быстро в лифт запихнула, сама полетела, все. Капец. Его так жалко моему малышу. Бедный, боже. А ему всегда так стыдно, он всегда ходит, потому что вот так вот, вот так вот. Он очень хотел, он не сдержался. Он не сдержался. А чего пеленки ему не положите? Он на них не питает. Дурак. Да. В этом плане, да. Но он, знаешь, что мы делаем? Значит, он сам поднимается наверх на шестой этаж. Сам. Еще бы, а что его, блин, на руках нести? Но, типа, без меня. Я даже с ним не иду. То есть, типа, я его отпускаю, кричу «бабушка», и он летит сам к бабушке. А именно к двери сам? Да, прям к двери. Умный какой, боже. И он, короче, берет вот так вот лапой «хуяк». Ничего себе. И бабушка понимает, что это мы. Ты очень красивая и очень сексуальная. Да, Даша такая. Катя тоже. Тёлочки. Сам ты тёлочка. Привет, привет. Привет. Запах женщины моей. Я хочу остаться с ней. Мне эта песня нравилась, когда мне было 8. Признаюсь. О, Маша. Маша полетела на деловом сленге. И нет, это не твоя фраза, Маша. Ага. Сколько миллилитров? Давай, самые любимые мои вопросы давай задавай. Мы не будем на них отвечать. Ну, все равно. Запись задает.
Делаешь что-нибудь с волосами? Да. Подожди, а какой у тебя ник? У тебя тут тоже...